В микрорайоне Брусчатый поселок еще одним уютным двором больше. Территория у 8 домов на улице Кирова вошла в программу КБДТ, которая в 2018 году по решению главы городского округа была расширена в 3 раза до 102 адресов. Проект новой зоны отдыха был согласован с жителями. Я очень надеюсь, что она будет долговечной, что ее сохранят и жители, и мы будем за ней следить. Пускай она радует как можно дольше. Это одна из более чем 100 площадок, которые строятся в этом году. В следующем году мы продолжим эту работу. На радость нашим горожанам. После реконструкции во дворе появились 2 новые игровые зоны. Еще одну прежнюю большую между домами номер 11 и 13 детвора и вовсе не узнала после благоустройства. Были установлены новые качели, балансиры, горки. Теперь детских площадок в достатке. Они разнообразные и рассчитаны на ребят разных возрастов. Да, здесь на самом деле очень много новых качелей. И все они такие интерактивные, современные. Поэтому здесь ребенку всегда будет очень весело и хорошо. В ходе благоустройства было организовано около 80 машин и мест на придомовой стоянке, а во внутриквартальных проездах – новый асфальт. По вечерам двор стал светлее, установлены 5 новых опор уличного освещения.